Блокнот Ростов решил собрать 5 вопросов, которые задали ростовчане нашей администрации. Ну, хотелось многие вопросы как бы задать. По поводу вот как бы подорожания идет, вот исчез сахар из магазинов, как бы пусть разберутся, что ж такое, что это творится такое. Ну и детская как бы все очень поднялось. Плитку на асфальт поменять. Плитку поменять на асфальт? Да. Почему? Ну. А потому что они выдерживают технологию и поверхность не имеет плоскость нормальную. Можно ноги поломать даже. И людям в моем возрасте уже тяжело ходить именно по ямочкам. Или изменить способ укладки, это первое. Второе, то, что забивается ливневка, это потому что вымывается песок, на котором устанавливается плитка, и забивает ливневку. Вот в Венгрии, когда строится дорога, вот я был там, служил, засыпается корыто песком, и она низко лет стоит, уплотняется. То есть технологию изменить тогда. Я хочу задать вопрос администрации. А будут ли строиться у нас скейт-парки для развития субкультуры молодежи, чтобы мы не катались на улице, и шанс получения травм был намного меньше, и не портили общественные места. Центр как бы чистый, красиво все. А вот, конечно, наши окраины, они желают... оставляют желать лучшее, грязно, мусорно, вот как бы принять меры вот по уборкам, может. Я вижу старые, старинные особняки, понимаете, хорошо и плохо, когда вот зайдешь чуть пониже, эти особняки, знаете, в ветхом состоянии, никому нет до них дела. А так Ростов красивейший город, аварийный, да. У нас, я думаю, не такой бедный Ростов, не такой уж он бедный, чтобы не взять на контроль каждое здание и сделать город еще красивее, еще прекраснее. Я думаю, что такая возможность в Ростовской области есть. Вопросы заданы, а что ответила администрация, читаем в тексте.